Добрый вечер, многоуважаемая жюри. Моя пицца называется мисс-блокнот. В пицце использовались такие ингредиенты, как тесто, это белый соус, это курица. Не волнуйся, все нормально. Сыр. Пусть выдыхает. Да. Ананас. Сыр, ананас, конечно, помидоры и любовь. Презентация первая. Вы не забывайте, когда пробуете, что 13 блюд надо попробовать. В этой пицце мало соуса, однозначно она сухая, 100%. Тесто? А? Нет. То, что ее не допекли, это не к тебе вопрос. Это вопрос Владимира Бойца.